Белорусские программисты разработали проект электронного правительства Казахстана. Взаимодействие в сфере IT-технологий обсудили в Минске участники белорусско-казахстанского бизнес-форума. В прошлом году в Астане главы двух стран подписали меморандум о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий. С тех пор реализован ряд совместных проектов, среди них разработки по электронному правительству, документообороту и банковским технологиям. Для нас очень важен опыт Беларуси. Мы обменяемся опытом, покажем, какие технологии развиваются у нас в Казахстане. Я надеюсь, что и наши компании могут что-то показать, потому что большинство наших компаний участвуют в разработке проектов автоматизации государственных органов в нашей стране. Для нас важен опыт Беларуси в разработке систем безопасности, телекоммуникационных систем. Проект G-Global впервые обсудили в одном